Всем привет! Сегодня у нас 8 мая, понедельник, и Лена с Димой ездили в Орловское Полесье и сняли нам небольшое видео с тем, как там красиво, какая природа и, конечно же, зоопарк. Дорожки, конечно, опасные. Простите, девочки, если вас укачивает. Это вот на подъезде в Полесье, или на территории Полесья, как правильно сказать, есть вот такое место. Иду, иду! Меня потеряли. Я юный блогер. Нравится? Что, создаем контент? Кажется, я девочек укачиваю, потому что у меня нет стабилизации. В смысле, там же должна быть стабилизация. На айфоне не уверена. Вот землянка. Пойдем в землянку. Пойдешь в землянку? Здесь землянку? Вот обычные солдаты вот так вот жили. Представляешь, в таких вот условиях защищали родину. Сзади, сзади, это просто вдохни аромат. Это угроза? Змея? Змея? Он врет. Да, пойдем. Пойдем смотреть. Ё-моё. Да нет здесь змеи, Лен. Пахнет так сыростью. Ну, конечно. Пошли дальше, там будет. И пауками. А, типа это просто людинам, да? Да, это тем, кто винтовку держал. Такая елочка маленькая там стоит. Смотри, не упади только, пожалуйста. Ну, это будет эпично. Вот, а это сюда офицерская. Девочки, такие порожки. Вообще ужас. Ну да, там только их переделали, она обваливалась. Здесь вообще она была больше. Она была больше. Пустишь и там меня? Стол стоял и так далее. Ой, маленькая. Ой, ай, чуть ли головой не ударилась. Шишки валяются.
копите. Елочка маленькая. Сейчас опять лестница будет, девочки. Я был. Ну, типа там стояли, смотрели? Как тебе там? Полураком как-то не сильно удобно. Блин, прикольно. Можно не подниматься обратно на этот путь и сразу здесь. Главное не упасть. Да. Классно. Такая вот лесенка. Сейчас хоп. И пойдем. Эти порожки, видимо, новые, светлые. Заменили. Ты так бежишь, мне страшно, что ты меня сейчас... Понимаешь? Да. Мы не дошли до конца. Ну я говорю, ну ты, конечно, дойдешь. Человечка. Сюда остаться, да. Ну, типа вот таких реконструкций. Только... Вот столько много тут машин. Очередь вообще огромная. Уже потеплело. Люди пошли гулять по лесу. Отойди. Второй они прячутся. А, он там чешется или что он делает? Базарят на своем. Из-за сгущенки. Они дерутся. Это, наверное, мальчик и девочка, да? Он заигрывает. А вот, пошла. А что, печенье будет? Нет. Какие глазки. Она не к нам, она к Диме. Да, ты готов? Он не тут просит, да не позивает. Ну, всякий, ну, почти удачно. Пробуем еще раз. Половинкой попробуй кинуться. Не, подожди. Опа. Папа, молодец. Кормить нельзя, угощать можно. Что, вообще даже не понял вкуса. Просто взял, проглотил. Ты, наверное, девочка. А тот обиделся. Ну, а до туда бы еще докинуть надо. Попа повернулся. Че, брат? Печеньку? Еще, нет? Будешь? Не хочешь? Иди ты со своей печенькой. Ну ладно. Короче, они какие-то необщительные. Осторожно, хищники, которых нет. Вы уродцы, вас только покормили, вы все спите, да? А кто это? Енотовидная собачка? Да, это енотовидная собачка. Енотик! Кс-кс-кс-кс. Да-да-да.
Еноти. Ну он сныкался. Нет, ты что, видишь кусок мяса? Он покушал, он покушал. Да. Опоздали. Они спрятались. Подожди, я еще не дошла. Кто я? Лисица серебристо-черная? Да. Еще вот лисица. Сестричка? Угу. Ну, они покормили, они спят. Женщина! Женщина! Женщина, проснитесь! Девушка! Они необщительные. Песцы вон спят тоже в буке. Короче, мы увидели только медведя. Это павлины орут. Павлин, смотри, со школы должны расступить. Ой, какие они мои. Лапки, видел? Вон там лапки вот так. Я никого не вижу вообще. А что-то дергается, действительно. Они лапками там друг друга обнимают. Ребята, ваша остановка. Нархолог. Никто не хочет выходить. О, волк. Загорают. Хля, лапы так сложил, прикольно, да? Да, это волчица и волк. О! Здорово, брат. Извините, давай. Можно у вас интервью взять? Ну, человек. Девушка? Все, пошли. Извините. Они бы тактично ответили. Извините. Такие красивые песики, да? Угу. Девушка. Не вариант. Идемте дальше. Она себя ест. Нет, я хочу, чтобы он перестал чесаться. Хоть кто-то не спит в этом полесье. Мы нашли единственный зверь, который. Кстати, очень редко. Они обычно у себя в дупле спят. Не, ночью медведи не спали. Классно, вообще. Кейса. Зайдем все такое? Угу. А она нас ночью и убьет. Аня. Привет! Аня. Каракала заведите, это типа как рысь. Свои руки. Поня. Будешь кормить лошадь? Давай, открою. Значит, твою не съела. Поня. Поняш. Понечка, ты будешь? Давай, будете. Ну, давай, смелее. Смелее. Поня. Он уронил. Да вот, не на оградку, а через, давай. Лена, зачем ты мне кидаешься печеньем? Поня, ты будешь? Ой, ой. Все, пошли другой дадим. Ему слишком много. Пока, Поня. Очень много людей тут, конечно. Там вот журавль. Там еще кто-то белый. Все кормят пони. Кормить нельзя, угощать можно. Нам так сказали. На кассе. Бедное животное. На-на-на, будешь? На-на-на, давай-давай-давай. Эх ты. А, ты просто отлавлю. Тебе просто по кайфу. Мы потратили одну печеньку. Пока. Спасибо. Уф. Какой ты. Будешь печенье? Че, ешь печенье, нет? Держи печеньку. О, хоть кто-то ест печеньку. А, юбилейное нормально? Есть еще зерница. Зерницу будешь пробовать, нет? Зерницы. Давай, сейчас. Давай, сейчас мы тебе зерницу дадим. Он тогда тебя смог? Да, это ж я, Лен. Посмотри, он даже такая же борода. Держи зерницу. Не, зерница не очень, да? А рот худой. На, зерницу. О, у этой морды аккуратней. Давай, еще одну сразу же, мгновенно. Попить не забудь, а то в горле пересохнет. Нормально? Вы слышите? Да, это... Я так разговариваю, меня никто не довел. Это ослика довели. Он так орет. Слюной подавили. Ослик, ты жив? Капец, конечно.
Такие большие. Какой мизинец он такой? Пошел. Все, он отвернулся, сам не жалко. Я не порезал к нему. Все, он повернулся. Я это ворона. Енот полоскнул. Тоже сныкался. Енотик. Его зовут Боня. 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 Я енотик полоскнул. А, да вон. Она вот, на клетке. Да. А, вон на клетке, вон на фотке, вон на клетке енот. А, ты из моя радость спряталась, да? Они отдыхают все. Интересно, а удобно так голову было свернуть? Что? Голову, интересно, так удобно было свернуть? Ну, значит, ему комфортно. Одна вон в бочке вообще лежит. Какой орел. У него клюв такой, да? Ага. А лапища. Только вообще. Так всяких этих кроликов текает. Он даже на тебя смотрит, Лен. Ну, думает, как за что тебя можно грызануть. Ага. Рядом с вороном. Площадки. Сюда. Ну да, они здесь закрыты. Это фазан королевский. Два. Фазан алмазный. Вот тот мне еще. А это фазан серебряный. Ой, какая ты красивая! А я не достану, брат, для тебя. Зато он достанет для тебя. Опа! Ты это снимал? Да. Красава, братан. Мог бы я тебе пятюнку бы отбил. Или сестрица? Дима. Я не вижу, Вик. Будешь? Это, скорее всего, значит, сестра. Она не дотянется. Потому что красивая. Еще одну тебе? Огонь. Скинь ее потом, пожалуйста. Хорошо. Ты такая хорошая. Обожаю вашу жизнь. Она, видимо, самая голодная просто. Она самая больше всех украшает. А это... Самые тупые животные. Не надо так обзываться. Вася, они правда самые тупые. Это не я, это наука, так сказать. Ну да. Ой, это яйки, их здесь даже продавали одно время. Это спокойный. А у этих истерика за территорию. О! А Леня, у него шерсти нет сбоку. Ну, выдрал. Жарко. Смотри, что делают. Да. О, люди собрались. Это маленькие, молодые еще. А это вот, он взрослый. Не суй пальцы. Мохнатая корова. Не суй пальцы, дай печеньку. Ну дай печеньку. Не целуйся, дай печеньку. Да он не будет печеньку есть, на. Все он будет. Да ему это печенька. Псуриные его габариты, Лен. А там он еще вдалеке. Ну, ест сено. А вон он лежит вообще черный. Пойдем. Ой, тоже кормят. Фазан серебряный. Красивая птица, очень редкая. Глянь, как шею вытянул. Еще и плюнет. Они не плюются. Это дальше, верблюда. Сейчас пойдем. Ухля прыгает. Ты чего прыгаешь? Что, чтоб тебя заметили. Привет. Вик, а ты... заметь птичку, она прыгает. Я замечу птичку. Прыгай. Птичка, я тебя заметила. Это закон подлости, типа. Опа. Ой, какая. Ой, ты, боже мой. Ну, нам нечего дать. Мы зерно с собой не принесли, брат. Поклюй землю. А ему и не кинешь никак. Ну да, видишь, тут система безопасности. Гля, к нам еще один идет. Ой, это маленький страус. Да, это не этот. Господи, вон тот обычный, а этот опа. Эму или как-то так опа. Их называют. Страус Эму, у которых шея не длинная. О, пошел. Вот такой он, да. Змея. Что, пробежи?
Увидит? Да, я видел. Ты покинул печеньку? Нет, это не я. А ты что, ты и наше печенье сожрёшь, да? Опа! Вообще. Рот худой. Печенька у него лучше получается. А, ты решил с печеньем хлеб так вкуснее, да? Пойдем. Хлеб сухой. Тут чисто Наташки живут. Наталья, не обижайтесь. Это голуби обыкновенные. О, еще один. Глупые животные не могут покушать. Было больше печенья брать. У нас закончились? У нас уже осталось 4 штуки. Куры падуан. Смотрите, какой фасолок. Еще один. Ладно, подключусь, когда еще кого-нибудь увидим. А! Мы увидели ослика. Подожди, муфлон. Это муфлон? Было неплохо. Почему это муфлон, а не ослик? Ну, потому что его пересадили к муфлону. Осел, иди печенье дам. А как осла в мультике звали? Муфлон, я? Это, типа, этого. Я, осел, иди сюда. Так и звали, осел. Осел. Ослик и я. Нет? Ага, я большой как. А-а. Аня, он, София. Он обиделся. Страдает. София. Может, ну, вообще ослики грустные. Может, он просто наелся и лежит. Он лежит один. Бимби. Как то это там притаился? Видишь, какая у него жопка в виде сердечка? Ага. Это олень. Вот только жопка, он ко мне и повернулся. Ну, он тебе показывает красоту своего тела. Угу, очень приятно. Ой, привет! Дим, дай печенье. Морковка, прикуска, печенька будет. Он, наверное, не будет печенье. Посмотрим. Ты будешь кушать печеньку? Ну, суй, смелее. Я его боюсь. Не достает. Не бойся. Ну, давай, жуй. Пошли. Не, я говорю, ты зачем печенье напугала? Мы не будем кушать печенье. Мы поставим что-нибудь травяное. Взяла и напугала мне животное. Иди сюда. Иди ко мне. На. Будешь печенье? Нет, печенье. А мое хочешь печенье? Капец, Лен. Блин, я не засняла, как он у меня забрал печенье. Угу. И уронил. Ну, уронил. Рот худой. Ага, рот худой. Он просто не зашел. Они перекормленные слегка. Ой, этому там целая стая вообще им барьер, по-моему, расширили. Вон лежат, смотри. Ага. Идут. Целая стая. Братцы, идите к нам. Проснулись. Тихий час окончен. Сейчас что-то типа ОБЭ, да, будет? Ой. Вот он. Так тяжело идут. Да, они только проснулись. Вон целое сено там, целый сток жратвы. Смотри. Еще что-то прикольное. Олень. Ну, здесь их очень много, они разные тут. Да. Посмотри на маму. О, один отломал, второй еще на не так открыл. Будешь печенье? У меня только печенье. А, все, красава. Тут никого. Тут, видимо, территория бэмбиков. О, какой ты упитанный. Большой. Как бы, так сказать, доедает. Привет. Треугольник будешь? О. Фу, не слюнявся. Малой, тебя тоже? Все, иди, иди. Вон, самому маленькому дай. Вик, дай маленькому.
Пошли отсюда. Вот ты ему разломи, не ругайся. Ну да и это. Ой, понакинулись-то. Дитя не сталкивался. Дитя к Димке пошел. Дитя, у меня то же самое. На. На печеньку. Не хочешь печеньку. На, тогда ты ешь. Будешь кушать? На, смотри, я тебе дам. Ну что, отдаем им последнее? А там, еще кроме верблюда, больше никого не идут. Будет. Там кроме верблюда больше никого не будет. Там они еще идут. Привет. Вик. Да иди ты. Да, друг тебе тоже. Ленка, смотри, стоит. Привет. Ленка, смотри, стоит. Я тут. Ты... Ребят. Ты посмотри, а, я хочу. Процветает эта дедовщина какая-то. Бля, дерутся. Стой, стой, стой. Чего вас так много? Ты смотри, какой достырный. Лен, отгони его. Куда? Ник, перемани ты. Иди, сюда, сюда. Кому? Кому переманить? Да вот этого. Как вас тут много. Пока. Да он еще стоит. Вик, у тебя новый парень. Не, это моя девочка, если что. Алло, в смысле? Ну, я ее кормил как бы. Дима. Ну, ты-то, понятное дело, я тебе говорю про Алену. Так, мне конкурентки не нужны, уходи, давай. Мне больше нет. Смотри, там малютки вообще, офигеть. Так, ну уходи. О, вот он стоит. Дима. Ну что я делаю, сейчас вот. Брось ее, глянь, она за тобой ломится. Все, понимаешь, он мой, пока. Вот он. Ой, еще один идет. Идет. А тут маленькая коняшка. Привет, братец. Мы тебе ничего не оставили. Прости, ну, печеньки сейчас ели. Ну вот это не будешь. У меня чупа-чупс есть. Знаешь, как они орут здесь иногда. Ну, еще одна коняшка. Попить пришла. О, вот это лошадь этого проживательского. Еще одна коняшка. Вот моя лошадь. Вместо машины? Вместо машины. Мы тут просто вообще... Знаешь, как она брутально возле машины стояла на парковке? А знаешь, как было бы брутально, когда она хакает на машине? Ну да, было бы вообще очень круто. А, вот их куда переместили. Их стало очень много. Волосатых коров. Ой, их правда очень много. А тут кто-то с рогами. Ну, это та волосатая корова, помнишь? Ага. Вот это которого они. Привет! Очень как мило. Тебе тяжело, наверное, столько шерсти на себе носить. Ну, кстати, молоко дай. Ну, правда, не шутишь? Вы с нами вышли поздороваться, да? Домашний як. Как ты дышишь, хозяин? Ну, морда у тебя. Вы похожи. Ну, там совсем крошка. Смотри, здорово, он тоже бэмби. Носик розовенький. Ой, ты бэмби. Еще чистый, не такой грязный. Глянь, идут, идут, а тем лень вставать. Ага, сейчас спят, они нажались сюда и спят. Чего? Что? Мы видим тебя. Всех увидели. Ну, какой-то детский восторг от этого происходящего. О, пойдемте это, смотреть на того, кто плюется. Если он плюнет в меня, я на него обижусь. Есть годный лайфхак, если ты видишь, что у него во рту есть пена, может плюнуть. А куда бежать-то? Он далеко плюется. Ну, он хорошо плюнет прям в спину, да. Нож в спину. Лучше в лицо, чем в спину. Ой, а ты такой, бля, еще один маленький. Какой малый. Ой, боже мой. Ой, этот вообще очень мелкий. Тебя не вычесывают, да? Нет, линька должна быть стопудово. Ты на маленькую хрюшку похож. Ага, с хвостиком, как у собаки, и шевеляет. Куда ты пальцы суешь? Он не сидит, с коровой повела. Вот верблюд. Не бойся, Лен, он не плюнет.
Он на меня нездорово смотрит. Пойдем, Лен. Он на меня... Господи, на тебя никто внимания не обращает. Вообще. Офигеть. Чего ты нервничаешь? Внимание. Скажешь, туда все, а к тебе никого, да? Я к тебе, я боюсь того зверя. Он на меня нездорово смотрит. Давай, хороший кадр. Давай, смотрите. Так, минус давай, один. Безопасней. Ну, что ты бьешь? Что топаешь? Сильный. Что ты бьешь? Что? Я... Вот почему у него рот открыт? Давай. Ты зачем на меня так смотришь? Да, он отвернулся опять. Брат, что такое? Да. Ты пошла на это? Ну, пожалуйста, не говори. Сигарету мало. Ой, это важно. Что-то тебя огородили, главное... друг, чтоб бил, что всех. Ну, видишь, как он топает от злости. Может быть, он просто очень агрессивный. Здесь соленья. Они же тоже такие огромные верблюды. Конечно. Офигеть. Это ж я, наверное, как лапу верблюда. Ну, что ты там топаешь опять? А ты обиделась, на нее меньше внимания было. Ого! Ты что это? И зубами еще скрестит. Морковку выпрашивает. Вот, наверное, поэтому его и оградили. Ну да, он что-то агрессивное еще с писем. Ну, у него, может, прочные игры идут. Ну да, скорее всего, так и есть. Как-то. Ты в тещу. Ну, хватит. Ненормальный конь. Ну, в смысле, ненормальный, характерный, я бы сказал. Величественно так стоят. Видишь, у него пенка уже на губах есть. Пора сваливать.